Сотрудники уголовного розыска Ухтомского отдела полиции задержали 18-летнего жителя Москвы, подозреваемого в серийном мошенничестве. Злоумышленник забирал деньги у пенсионеров за непривлечение к уголовной ответственности их родственников, которые якобы стали виновниками ДТП. Установлена причастность задержанного к совершению двух преступлений на территории городского округа Люберцы. Две пожилые женщины передали мошеннику по 100 тысяч рублей. Аферист пояснил, что в сети интернет нашел работу курьером. По телефону незнакомые граждане сообщали адреса, по которым он должен был забирать деньги, а после переводить их на определенные банковские счета, получая с каждой суммы 10%. Была бабушка, как мне сказали, уже после того, как я забрал деньги, 26-го года рождения, из 4-го подъезда на втором этаже. И я забрал деньги, был в это время на связи с этими людьми, а они были на связи с этой бабушкой. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.